Парни, девчонки, друзья, подписчики, всем просто огроменный привет. Сегодня супер коротенькое видео, просто произошло такое вообще какое-то сумасшедшее событие. Я даже не знаю, как вам его объяснить, у меня просто нету слов, но я решил сразу с вами поделиться. В общем, не буду томить душу, парни. Вот эта вот посылка, я ее не покупал. Короче, похоже, мне первый раз в жизни повезло на Ютубе в конкурсах и выиграл приз. Вот. И конкурс был такой интересный, то есть не просто ну, розыгрыш, как случайные числа или там лотерея, а там нужно было ответить на вопрос. Это канал, парня зовут Джейсон, вот, я подписан, у него свой канал, там куча подписчиков, я не помню сколько, 20 что ли тысяч. Канал так и называется, Honda Pro Jason. Вот, Honda Pro Jason. И давно он там, ну, он на этом канале рассказывает в основном про новинки Honda, про машины, про то, что вообще в жизни Honda происходит, там репортажи со всяких выставок автомобильных. В общем, все про Honda. Вот, очень интересный канал, новые машины он один из первых показывает. Рассказывает про них все. И в общем, на канале он разыгрывал какие-то, короче, ну, маленькие сувенирчики. Вот. Но там надо было ответить на вопросы. В общем, я писал, но я даже не надеялся что-то там выиграть. Это было, ну, несколько месяцев назад, парни, честно, не вру. Я вообще уже и забыл про этот конкурс. Он видео этот парень редко выкладывает. И в общем, он мне пишет: ты выиграл приз, типа давай свой адрес. Вот, я ему прислал адрес, и вот сегодня только пришла посылка, вот только приехал, еще ничего не открывал. То есть вот такая вот маленькая картонная, все от руки записано. В общем, не буду вас томить, давайте откроем, посмотрим. Потому что я, честно говоря, даже и не понял, что он там разыгрывал. Вот, чего внутри лежит, вот такой вот пакетик. Больше ничего внутри нету. Вот, значит, это самое. Походу его визитка. Здесь его все адреса, вот Facebook, Honda Pro Jason, YouTube Honda Pro Jason, Instagram и Twitter. И вот здесь вот написано, что он писатель, то есть он пишет еще статьи про Honda, здесь его телефон и email адрес. В общем, это его такая визитка, такой прикольной формы, квадратной. И здесь вот видите его личный автограф, вот, вот здесь в уголке. То есть очень ценная визитка. Может, он супер каким-то популярным блогером станет, там с миллионом подписчиков. У меня уже есть, в общем, визитка, его положу вот сюда вот, себе в Honda. И приз, парни, смотрим приз, вот. Вот, парни, смотрите, официальный хондовский ремень, но это не ремень безопасности, а это обычный, короче, ремень, типа для штанов, но сделан он просто под стиль ремня безопасности сделан, но это не ремень безопасности, сразу вам говорю. Вот, то есть очень хорошее качество изготовления, вот. Видите, официальный продукт вот здесь написано. Вот. Куча, в общем, надписей, вот таких вот всяких логотипов хондовских. Вот здесь вот фирма-производитель. Вот.
сделано в США. Вот, вот такая вот нашивка. Парни, обалденное качество, очень толстая, толстый очень материал. Не знаю, видно что-то или нет. Очень толстый такой капрон. С одной стороны черный, с другой стороны вот такой вот красный. Вот здесь вот для регулировки длины. Вот. И вот здесь, короче, на кнопочке. Вот так вот чик. И защелкивается как ремень безопасности. То есть вот такой вот ремень. Ну, очень как бы приятно, что, во-первых, на шару, он там дорогой, потому что это как бы, сами понимаете, сделано в США, видите, качество какое. Вот. И причем официально. Его еще как бы и не просто получается купить. Вот. Ну и в общем, приятно, что как бы вот бесплатно первый подарок. Ну и как бы как сам ремень, он мне, конечно, пригодится, потому что мне нравится такой стиль, вот именно не кожа, а обычный, то есть даже пускай не на работу ходить, а там в какие-то в походные штаны или на коп. Вот, очень классно пряжка сделана под такую как матовую нержавейку, а с другой стороны хромированная. То есть видно разные металлы и очень четко срабатывает. Вот, раз. Звук точно такой вот, как ремень застегивается внутри. В общем, вот такой, парни, прикольный мой приз. Вот, приз с Ютуба. Бесплатность конкурса от Honda Pro Jason. В общем, это все на сегодня, что вам хотел показать. Пишите, в каких конкурсах вы выигрывали. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. До новых видео на канале. Увидимся.